Ксению мы нашли с помощью портала «Три сосны». Съемку решили провести в той же школе и в том же классе, где ровно 10 лет назад была сделана видеозапись. В 2003 году Ксюша училась в 10 классе. Помню, да, ну, было мероприятие, приехало телевидение, нас рассадили, мы выступали, ну, мы как в роли зрителей. То есть, ну, то, что меня снимали, я, естественно, об этом не знала. А когда ты узнала? Точно не помню уже, но, по-моему, кто-то из знакомых сказал, что вот, по-моему, тебя по телевизору показывают. То есть на заставке ДимТВ. Ну, вот, ловила, высматривала, нашла, увидела. Ксюш, ну вот нашла, увидела заставку, а потом-то она стала выходить каждый день. Узнавали тебя? Да, узнавали. Ну, поначалу, конечно, не было такого ажиотажа. А потом вот даже был момент, что надоело. С тех пор Ксения закончила техникум, сейчас работает бухгалтером и заодно учится в институте. А когда мы тебя нашли, ты что подумал? Розыгрыш. Почему? Не знаю, мне вообще не было неожиданно. Не знаю, я вообще не есть не могла, не спать. Почему? Первый вечер. Ну да, и, ну, мне не верилось, по крайней мере. Сейчас вроде как юбилейная наша дата. Ну да, надо найти. Ну, если честно, я не думала, что так долго. Ну, заставка будет 10 лет. Я каждый год ждала, когда же ее уберут. Но мы из тебя ее оставляли. Да? Да, мы ждали, да, когда мы тебя найдем. В конце нашей встречи мы попросили Ксюшу сделать точно такое же лицо. И вот что получилось. Татьяна Баловнева, Эмир Хуснутдинов. Новости Димитровграда.